Здравствуйте, уважаемые партнеры! Хочу представить вашему вниманию самый лучший томат для свежего рынка в сегменте крупных сливок. Меня зовут Виктор, я региональный представитель компании Хазера Украина. Томат Галилея имеет плотную структуру, не горит на солнце, жаростойкий. При интенсивной технологии просто засыпает урожаем. На этот томат всегда есть покупатель, а с поля он продается дороже, чем любой другой сливовидный томат, благодаря своим вкусовым качествам, размерам и ярко-красному цвету. Сегодня 18 июля, и в обед очень сильно палит солнце. Температура воздуха около 41 градуса по Цельсию. Поэтому не все томаты могут пережить такие условия и обычно доживают до конца июля. Давайте посмотрим на плоды, их вес и внутреннюю структуру. Средний вес плода составляет 160 грамм. Посмотрите на его плотную внутреннюю структуру, маленькую семенную камеру. Аромат просто заставляет его сейчас попробовать. А вкус, как у настоящих томатов нашего детства. На этом поле уже проводилась выборка томата. При этом плодов еще здесь очень много. Вы только посмотрите, сколько плодов на кусту. Томат Галилея сеялся в 160-й кассеты 15 апреля. Рассада была высажена 15 мая с междурядьем 150 сантиметров в ряду через 30 сантиметров. Густота стояния растений около 25 тысяч на гектар. Фермер доволен, так как данный томат дает качественный и высокий урожай, поэтому обещал на следующий год еще больше высадить данного гибрида. Я агроном фермерского хозяйства, звать меня Владимир. Томат Галилео в моей практике очень перспективный томат, супер бомбезный томат. Понравился первый год моей практики. В дальнейшем будем выращивать и садить. Советуем. Востребованный на рынке. Красивый товарный вид. Легкость хорошая. Транспортабельность. Высокий урожай. Все самые лучшие отзывы. Хотел бы поблагодарить компанию Хазера за предоставление такого качественного посеву материала. В дальнейшем готовы сотрудничать с компанией Хазера. Вам благодарен. Благодарю вас за внимание. Больших вам урожаев. Рекомендую покупать только проверенные и качественные гибриды от компании Хазера.